Москву. Среда. Приехали на ту же точку. Мы сегодня разделились. Двое у нас уехали ловить живца, ставить жерлицы, проверять жерлицы. Ну, мы опять на Окуневой точке. Ждем, когда местный Николай Иванович приедет. Может, еще что-то подсоветует. Так что приступаем. За ночь промерзают. Ну, фактически полностью. Сдается мне, точку мы хорошо подвыбили. Вот там один окушок попался. И все, пока. Наверняка надо на другую перебазироваться. Кстати, возможно, кто-то задаст вопрос, почему на железо не ловим блесны, балансиры. Пробовали. Не вариант. Окуня мы хоть в первый день хорошо надолбили, но все на мормышку с опаршем, на черта. Поклевки я уже показывал, они такие слабенькие-слабенькие. То есть окунь, видимо, не совсем активен, все-таки февраль. Даже вчера приходилось мотыля сажать, немножко активизировало, ненадолго. Снимать приходится против солнца, к сожалению, потому что в спину ветерок дует. В таком морозе сидеть лицом к ветру, ну вообще не айс. Так вот. Сошел. Вот. Почти в метре. Их леска путается, ветерок. Не крупный. У нас же еще впереди проверка жерлиц. Ё-моё. Вечер, друзья. Идет главный жерличник нашей команды. Едем на вечерний осмотр жерлиц. И надеемся поймать кого? Кого хотим, то бишь Налима. Да. А надежда всегда главная, это наша цель. А у нас уже было два. Три. Два. Один сошел. Один сошел. Ну, подходил уже к лунке. Да. Так что на водоем опять. Идем к жерлицам. Великолепная погода, тишина, слабенький ветерок. А вот на берегу вот здесь вот такая красота. Чайный домик. И вот такая подогреваемая ванна. Спа на всем озере. Великолепие. Второй день вот там вот мужичок сидит. Где-то вот там вот. Эх, к сожалению, ни одного загара у нас нету. Но каждый вечер три дальние все время срабатывают. Вот. И туда будем сейчас передвигать остальные ближе к тому месту. Так вот. Ну а сейчас у нас процесс трудоемкий. Расчищать, разбивать.
что, лед надо разбивать же, да? Разбивать надо. Лишневой лед. Пример. Что там? Что там с живцом? Пока не знаю. А, как всегда, ждет своего часа, да? А, карасик. Для ворон. Сковородку кушает. Нести ерша? Все, нет, здесь не будем ставить. Тут а, туда все, туда. Хорошо. Все, здесь ставить не будем. Переставляем. Снимаю, вот туда. Отсюда левее. Тоже переставляем. Да, да, да. Здесь делать нечего. Ну да. Сколько здесь получается? Три ночи простояла. Тишина, да? Вот. Раз, два, три, четыре штуки. Просто. А те три. А там были. Пацаны работали. Да. Ну и нахрена здесь стоять. Просто так? Ну да. Двойной лед. Взбалтывать, не размешивать. Зашибись. Темнеет, вечереет. Все, у нас, как вы поняли, нет поклевок на жерлицах, во всяком случае флажки не горят. Как и говорил, переставляемся и ждем нового утра. И начинаем опять ловить. Всем пока. До новых встреч. Пока что еще на Сямозере. Республика Карелия.